Всем привет! Приступаю к росписи головы. Буду расписывать масляными красками. Вот. И решила, что сперва нужно покрыть его ретушным лаком. Вообще лак используется в межслойной пропитке масляной живописи. И я думаю, чисто теоретически нужно покрыть деревяшку этим ретушным лаком. И к этому ретушному лаку, после того, как он высохнет, уже масло будет лучше цепляться. Вот. Давайте-ка сделаем именно так. Вот наша роспись подошла к концу. Вот такой получился Джокер. Будет ждать своего тела. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.